Ну что, дорогие друзья, сегодня мы опять приехали в лес за грибами. И у нас вот с вами первая находочка. Вот еще один. Посмотрите, какой красавчик. Так, две синявочки. Вот одна. И вот вторая. Иди сюда, собирай. Посмотрите, какой красавчик. А рядышком стоял еще один. Представляете, шла и прошла. Обратно иду, и на дорожке на тебе стоят. Вот один. Какой маленький. И вот тут совершенно рядом еще один. И тут же рядышком, вот смотрите, вот ее даже не видно. Ну да, она такая уже переросшая синявочка. Ну вот смотрите, какой еще красавчик стоит. Смотрите, я вот этот прошла мимо, видите, не видно. А Сережа вот так вот гриб присел и говорит, вон, смотри, еще один. А тут-то даже незаметно. Вот так раскрываешь, здесь волнушечка красная. Держи. Рядом с этой была, я эту заметила, а ту нет большую. Вот мы уже сколько тут насобирали. Меня зовет Сережа. По пути к нему я нашла вот такую классненькую синявочку. За осенками. Что там на синявочку? Где за осенками? Сосна. Где? Маленькая, есть? Так, маленькая. А! Смотрите! Тут буквально, да, срезали красноголовик. Вот и мы даже вот не видели, вот. Что рядышком повернулись. Вон. Просто повернулись за себя. А тут, смотри, еще один, Сережа, куда? Вижу. Вот ведро. Чуть не поставил ведро на него. И тут еще, смотрите, еще два. Вот такие красавчики. Поэтому всегда, когда есть красноголовик, нужно рядышком еще искать. А вот тут рядом я хочу вот туда вот вон пройти. Что-то мне тут показало какой-то грибочек. Съедобный-съедобный вот. Так, а это у нас синявочка. Посмотрите, какая хорошенькая. Маховик. К Сереже пошла отдавать грибочки, а тут чуть прямо не наступила на него. Посмотрите, какой крепыш стоит. Ну, а я пособираю клевер. Я его завариваю в чай. Вот посмотрите, забрели мы в какой-то вот такой лесок. Здесь только одни синявки. Кто-то еще их называет сыроежками. Вон, нащелкали. Ну и тут же рядышком вот у нас попался, что интересно, белый гриб. Синявки и белый гриб. В общем, иду к Сереже. Набрала уже вот столько грибов. И нате тебе, смотрите, два белых стоят под елочкой. У нас уже почти половина, даже чуть-чуть побольше половины собрано. Вон стоит малявочка, смотрите. Оп. Посмотрите, какой красавчик стоит. Сейчас посмотрим, что это у нас. Белый, еще белый. Надеемся, будем надеяться, что он у нас хороший. Красавец. Такой мощный. Посмотрим. Ой, так хочется, чтобы у нас был он чистенький. Хороший, нет? Что-то я не... Хороший. Слава тебе, Богу. Белый гриб в идеальном состоянии. В лесу так хорошо птички поют.
И смотрите, у нас здесь три братца. Вот один. Два. Вот таких здесь два. Раз. Два. Вот тут вот три. Вот видите? Подожди, три. Сейчас вам покажу еще четвертого. Сейчас подожди, Сережа, иду к тебе еще четвертого. Вот его прямо видно. Слушай, это, наверное, не братец белый. Нет, а бабочек. О, как спрятался. В общем, вот он. Не видно, да, вам? Вот, смотрите. И еще. Так, Сережа меня позвал. Сейчас пойдем к нему. Иду, иду. Иду, иду. Меня не надо звать, я сама приду к грибам. Так, где? Что, потерял, пока шла? Ну ты даешь, давай. Вот он, я увидела. Вот он, я увидела. Красавчик. Пока Сережа срезал вот эти грибочки, я решила тут вокруг него пройтись. И вот нашла волнушку красную. У меня ножика, Сереж, нет. Маховичка два. Даже не одну, вон две волнушки. Вон еще одна есть волнушечка. И два бабочка. О, скоро уже полный ведерко будет. Сереж, ты что, земличку собирает? А у меня баночки нет. Смотрите, Сережа нашел. Покажи. Ой, красавцы, я нашла. А вот еще один гриб. Не знаю, что это, похож белый или это обабок. Обабок. А шляпка как... Смотри, да, покажи шляпку, как у белого гриба. Ой, черви выкидывай. Вон. А вон еще один стоит рядышком. Этот молоденький, хорошенький. Сегодня мы нашли очень много красных волнушек. Ну, не совсем много, ну, штук сколько, наверное, 15-20, да? Но сам факт, что пошли волнушки. А вот здесь, посмотрите, какой красавчик стоит. Вау! Так, на это, Сереж, грибочки, которые я нашла. О, какой красавец. Рядышком, смотрите, еще один. Даже я не заметила, мне Сережа не показал. Вон еще один. Буквально в метре обошли вот елочку. Еще раз, два, три. Вот четыре. Три, вон. Четыре. И вон пять, шесть. И вон Сережа седьмого. Нифига. Набрели на лужайку, да? Опа. Сережа что-то нашел. Где? Где прямо? А! Красноголовичек. Вот такой. Здесь-то бабок. Где бабок еще? Так. Вон два. Два? Сейчас иду. Где два братца не вижу? А, вот они. Один вижу, а второй не вижу. Это что? Вот один. Да, ну. Сзади за мной. Сзади за мной. О, точно. О, какой стоит. Так, ну вот мы нашли два красноголовика. То есть Сережа нашел. Какие матушки. По бабке. Это красноголовики. Смотри снизу даже. Это красноголовики. Так, ну что, друзья. Я, как всегда, набрала целый кулек клевера. У нас же полная ведерка. И мы будем направляться к машине, чтобы по пути нам уже добрать наше ведро. Так, я вам сейчас покажу вот такого с оранжевой шляпкой, с белой ножкой красноголовика. О, какой стоит. Что-то нашел. Ой, какой. Какой милипу. Посмотрите, какой. Классненький. Вот, как всегда, как домой к машине, так у нас красноголовики. Ну что, я набрала целый кулечек клевера. Два кулечка зиробоя и вот
целое ведро с горкой грибочков. Всем пока-пока!